Видно меня? Да. Всем добрый день. Поближе подходи. Омская область, Саргатский район. Приветствую всех на канале Баженей. Сниму специально видео о ценах на ГСМ. Я знаю, что наверняка меня будут смотреть крестьяне североказахстанские. Привет вам. Саратовским тоже привет. Строгим семейством. Муромцеву, Володь, тоже здорово. Так, значит, у нас такая, у нас на весь район одна заправка, Сибнефть. Цена на солярку 47.10. В городе, конечно, можно купить дешевле. Но и была на солярку цена дороже, до 49 доходила. По трассе едешь, там аж цена была рядом, ну, трасса, значит, московская, на Тюмень. Там цена была на солярку 52 рубля по безналичным. А на некоторых заправках 49, ну около 50. Для тех, кто берет по безналу, цена одна. Пошли. Кто берет дешевле за наличные, то солярку можно купить дешевле. И 42, и 40 рублей, и даже 39. Но если брать по 39, это уже не дистопливо будет, а ДТФ, дизельная топливная фракция. Для машины или для тампера она не пойдет, только для теплого помещения. Ну, для лета, для жары пойдет, а машины нет. Ну ладно, всем пока.